Всем привет, дорогие друзья! Я подготовил такого вот персонажа в игре Rim World. Так, мы уже начали. Я сразу же разрешаю вещи. Все вещи. Так. Сейчас надо будет одеть и вооружить нашего единственного колониста. Так. У нас богатый исследователь, и все, что я изменил, это немного повысил количество ресурсов, изменил сухие пайки на упакованные обеды, это если что мод. Добавил одну гоу-колу, тут мы уже видим, я решил немного пропустить, когда я построил дом, сделал небольшой склад с крышей. Мне как бы надо построить мебель данных. Стул для... стола, извините. Еще нам нужен стол для еды. Все, у нас есть стол исследовательский стол и стол для еды. Отлично. Он у нас получил новый уровень строительства. Ребят, если вы хотите, чтобы я оставил как бы сборочку, то вам надо будет набрать 5 лайков. Да, это очень мало. Достаточно мало. Но я думаю, вы справитесь, если так сильно захотите эту сборку. Либо вам надо будет дождаться конца, можно так сказать, сезона. Когда эта колония сольется, можно считать, закончится сезон. И я в конце оставлю ссылочку на Яндекс.Диск. У нас пришли торговцы, это хорошо. Я оставлю как бы ссылочку на Яндекс.Диск. А, это не торговцы, это просто мимо проходит. Там еще пума съела крысу, прекрасно. В конце сезона оставлю ссылочку на Яндекс.Диск, где вы сможете скачать сборку, там будет текстовый документ, как надо будет настроить моды. Тут уже продолжается видео, когда я уже построил, расширил дом, построил место для разделки туш, костер, чтобы готовить простые блюда. Да, именно костер, потому что строить твердотопливную плиту неудобно. Ну, не то, что неудобно, а как бы не очень выгодно сейчас. Ведь все равно я смогу готовить только обычные блюда. Дело в том, что как и костер, так и твердотопливная плита. Так, у нас сгнили все обеды. Неприятно, да? Нам надо что-то придумать насчет еды. Это очень важно. Костер и твердотопливная плита потребляют дерево, которое уже стало всего 200. Так. У нас прибыли хаски. Немного времени, на самом деле, прошло, я это помню. И смотрим. Самец. 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 У нас тоже самец. 4 самца. Мне не надо столько. Я решил забить двоих, чтобы пустить на еду, чтобы не охотиться. Тут прям ничего такого интересного нет. Я просто решил вставить тот момент, когда я встретил хаски, они пришли, и я решил их съесть. Все равно у нас сейчас еды нет, и либо идти на охоту, где меня могут, сделать мне очень неприятно, поранить. А так, еда сама ко мне пришла.
Еще дело в том, что наш поселенец, дикарь, он как бы сова, и он спит днем, а не ночью. Так, у нас тут рейд, и я решил этот момент ускорить в два раза, так как это очень все было медленно. Вскоре поймете, почему это было медленно. Я решил оглушить андроида, так как это андроид. Я не знаю почему. Я даже не посмотрел, что он умеет. И тут я решил, что-то надо сделать, чтобы его захватить. Как бы по-другому я не смогу. У меня еще и материалов мало. А делать из дерева я почему-то не хотел. Вспомнил про то, что у меня еще есть мрамор. Решил построить дверь. Отлично. И тут очень странное решение, я отправляю его строить в то время, когда у андроида ужасное движение, это как бы нам на руку. Сейчас мы начнем строить, во время этого дикарь получает 8 уровень строительства. В итоге этот андроид решил пойти и бить хаски. Просто, я думаю, не все заметили там маленькую надпись слева снизу. Как бы, ребят, я думаю, мало кто знаком с этой игрой. Вот правда. Тут он захотел уже нас бить. Тут я понимаю о том, что можно не ставить углы. Так, у нас битва. Ближний бой. Дикарь получает 6 уровня. Он его убил! Поздравляю, он даун! Дурачок, ты зачем убил его? И сейчас он еще получил, помимо того, что он не получил заключенного, он еще получил отрицательный, короче, плохое настроение, вот так. Так, тут уже меняется момент, я уже андроида похоронил. У нас поспел рис, я его решил собрать. Мы собрали примерно половину риса, там у нас получилось 90. Собака только что съела 15, я приготовил. У нас сейчас есть 6 блюд и еще 65 риса. Я все пытаюсь тренировать хаски. Дело в том, что когда мы полностью обучим одну хаски, так, секундочку, у нас золото. Больше золота. Да, нам надо больше золота. Если что, эти звуки я просто накинул на монтаже, да. Так, на чем я остановился? Прекрасно, забыл, что я хотел сказать. Так. У нас хорошая кровать. Я уже не помню, что я здесь хотел сделать. Я добыл как бы золото и хотел понять, есть ли смысл делать кровать из золота. Потом я увидел о том, что кровать из золота стоит 450 золота. Это очень много. Даже цветок стоит 200 золота, понимаете? Горшочек под цветочек 200 золота, стул 450, стол из золота стоит 280. Это тупо! У нас всего 300 золота, и я так подумал о том, что это бесполезно. Как бы лучше будет, если я продам все это золото. Кстати, в два раза ускорено видео, или в полтора, точно не помню. В этом видео почему-то очень много я решил ускорить, но все дело в том, что здесь материала было на 3 часа. И я в этом видеоролике, так извините сейчас, и в этом видеоролике как бы прошел игровой месяц. Ну, 31 день как бы прошел. У меня, хоть я и очень часто ставил скорость X3, почему-то все шло медленно как-то. И этот месяц шел очень медленно. 3 часа. Кстати, да, ребят, так долго не было видео, потому что я сломал руку, да.
Я сделал контент на 3 часа, словно рукой. Прекрасно, что уж сказать. Так, мы исследовали производство препаратов, а это означает, что мы можем сделать химическую лабораторию, чтобы приготовить наркотики. Да, я в этом прохождении хотел сделать наркоимперию небольшую. Но на самом деле здесь про наркотики очень мало всего напоминается. Кстати, да, у нас получается... Я захотел построить табуретку из золота, но потом передумал. И решил, что наш колонист обойдется обычной табуреткой из дерева. В общем, нам получается в капсуле Рэнди подкинул психолистьев, и они портятся, как бы. Поэтому нам надо сначала исследовать производство препаратов, а потом, получается, я не помню, как это точно называется. В общем, чтобы и делать изделия из психолистьев. Так. Тут, правда, очень много модов, особенно один мод прикольный. Он, к сожалению, на английском, да. Возможно, вскоре я сам сделаю перевод для некоторых модов. Это будет очень сложно и долго. Но я думаю, сделаю, если я не буду так ленив. Кстати, да, ребят, я сам не знаю почему. Я не отвечал на предыдущие комментарии. Так, наш колонист, сейчас попозже скажу, наш колонист собирает агаву. Это, я так понял, ягодки какие-то или что-то типа того. Он увидел полярное сияние, как-то это странно. Я решил приготовить блюдо, чтобы... Тут налет. Парень с винтовкой. У нас получается, я уже не помню, какое оружие. В общем, у нас получается какой-то автомат, зажигательная граната и дубинка. Если он сейчас убьет его, хочу его вырубить. Если он его убьет, то вам будет интересный подарок, я думаю. Если нет, то у нас для... там тоже, можно сказать, будет подарок. Тут я решил перегнать собак домой. И когда собака заходила, она открыла дверь, а колонист стоял у дверей. И как бы я почему-то решил назвать домашнюю область хаты, я не знаю почему. Как бы собака открыла дверь, и наш колонист пустил очередь в захватчика. Это, кстати, да, бой тоже был ускорен, потому что... Ну, потому что. В общем, это у него очень хорошие навыки. Я решил его захватить. Я подумал о том, что он хочет сломать колышек, но он его решил поджечь. Да иди ты нахуй! Понял? Пошел ты нахуй! В общем, он убил этого захватчика. Опять. Как вы понимаете, я ему дал дубинку, чтобы он не убивал людей. По идее, дубинкой он должен их ложить. А, но почему он их убивает? К нам пришла одна корова и один бык. Я так, ну, опять запутаюсь в своих мыслях. Я что-то непонятное начал делать, я уже сам не помню. Так, я как бы животным поставил область первую, чтобы если что, то я их мог по-быстрому загнать домой. Это было... Прошло не так много времени после... после нападения на нас. Так, и тут я увидел о том, что у коровы очень быстро копится молоко. Этот фрагмент тоже ускорен. Почему-то, правда, сильно хочу ускорить. Кстати, да, ребят, вы можете обратить внимание, что
если кто-то знает игру RimWorld, то вы можете обратить внимание, справа над скоростями как бы менюшка там. Так, у нас переработка психина готова. Так, в общем, ребят, хлопья психина стоят $14, а порошок психина 21. Но хлопья используют всего 4 психолиста, а порошок 8. И то есть, например, мы можем из 8 психолистов сделать 2. 2, можно так сказать, упаковки хлопьев. И они будут стоить $28. Или же из 8 сделать одну, можно так сказать, пачку психолистьев. И она будет стоить $21. Конечно, да, там разница всего $7, но на начале это очень много. Так, я решил продать все, что мне не нужно. Дело в том, что... Что-то я тоже хотел сказать и забыл. Прекрасно. Это, в этом видео, как бы, ребят, тоже озвучка. Я озвучил видео, когда его смотрю, как бы. Так, я так и не договорил. Над скоростями, над температурой время. Это время в настоящем мире, можно так сказать. То есть не в игре, а в реальности. Я не знаю, что это за мод. Какой-то немного странный, но он правда удобный. То есть не надо, например, сворачивать игру, чтобы узнать, сколько у тебя времени. И вы примерно можете знать, сколько времени прошло после того, как... после того, как... Ну, какой-то фрагмент изменился. Тут я решил походиться на носорога с помощью зажигательной гранаты и сжег половину дымлистьев. Это, если что, листья, из которых можно скрутить косяк и продать его. Я решил пойти дальше, охотиться на слона. Это очень странно. Ведь... Блин, короче, это очень все долго, я ускорил это в 3 раза. Даже ускоренно это очень странно выглядит. Я решил загнать слона в угол. Все равно ничего в итоге не получалось все. Мы наконец-то попали и подожгли слона. Но это всего лишь ожоги. Вскоре-то у меня все получилось. И он упал. Я решил его потушить, добить и перенести. Дальше уже нам дали задание. Я пошел рейдить. Как бы дело в том, что я уже обучил хаски преданности. Я мог, по идее, ее оседлать и кататься. По идее, в ваниле этого нет, это мод. И почему-то во время боя хаски меня подвела. И я не мог ее оседлать. В итоге хаски прилетела. А моему персонажу было нормально. Типа, почему-то противник сагрился именно на собаку. Собака получила прекраснейшее, блин, ранение. Это очень было ужасно. У собаки были смертельные раны вроде. Получается, я хотел, чтобы колонист лечил ее передовыми медикаментами. У меня их было 4 штуки в инвентаре. Ну какого-то фига он не мог ее лечить передовыми медикаментами, он лечил ее руками. Это очень странно. Правда. Я забил на это. Я решил зайти внутрь и посмотреть, что там. Там было пусто. Из-за того, что стояла турелька, и я хотел забрать, получается, ту... пожарную пену, можно так сказать. Так, тут уже схрон. Я хотел забрать пожарную пену, но там была турель. Поэтому я сломал, получается, солнечную панель. Так, это был схрон. И там и это засада. Я решил загнать собаку внутрь. Тут у нас, получается, я не помню, что там было.
ну, 12 ремкомплектов и еще какая-то часть тела. Я понял о том, что мы не успеем, но хотя бы нам дали попить пиво. Я решил кинуть зажигательную гранату. Это было одновременно глупо, но одновременно умно. Загорелся один из нападающих, и загорелась Хаски. Это было тупо, хотя, по идее, у нее была ограниченная область, и она не должна была туда идти. Я хотел сломать их охладитель, чтобы получить дерево, чтобы закрыться, но я не получил дерево, это было очень странно. В итоге захватчик просто ушел. Ладно, пошло все в пизду, сколько можно, блин. Мне надоело здесь жить, потому что в итоге у меня было очень мало дерева, и там было очень мало деревьев, так как это, можно сказать, пустыня. В этом моменте у меня уже есть второй, можно сказать, поселенец, Адам, это андроид. Дело в том, что какого-то фига на монтаже я прокекал момент, когда к нему пришли. Точнее, когда было, получается, событие, ну, я мог предложить укрытие или просто проигнорировать. Я решил предложить укрытие, и мы начали, получается, защищаться. Дело в том, что у меня, по идее, не было на него оружия, но из-за того, что я прорейдил, получается, базу, это еще когда наш колонист не получил ни единого ранения, но Хаски получила, и Хаски нас подставила. Получается, за тот рейд нам дали шикарный УЗИ. Я решил ею вооружить этого андроида. Я очень долго думал, как бы собрать вещи, чтобы... Я уже какой-то раз случайно бью по микрофону. Простите, ребят. Надеюсь, больше такого не будет. В общем, я очень долго пытался сделать так, чтобы я мог забрать все полезное. Но у меня ничего не получалось. И тут я решил немного по-другому сделать. Это, кстати, на момент тоже очень ускоренно. Я думал много здесь. Много рукожопил, думал, что бы сделать. Так, я сейчас просто хочу помолчать. Я взял в 2 раза меньше слоновой кожи, не 220, а 110, чтобы сделать хотя бы одно кресло. Так, вот мы уже добрались до места назначения. Мы взяли золото, все, что нужно. Все, ребят. А что было дальше? Что было дальше, как мы развивались? Вы увидите в следующей серии. Да-да, ребят. Постараюсь выпустить ее как можно быстрее. Вот, я показал то, что прошел 31 день. Сохранился. Все, ребят, за эти 25 минут я показал 3 часа. Всем удачи и всем пока.